И всем поклон, с вами Дрон, и сегодня мы снова будем наблюдать за матчем предсезонки 4 4 с офсайдами между командами О'Актрис и Лимонс. Hello, Gungan. Сейчас найду все от команды. Похоже, вот этот... Да... Так, мы уже сейчас найдем. Добавлю. Оп. Что нам взялось? Нет. Там. Нет, еще не взялось. Окей. А, вот. Оак. В полном составе. реверсия Хоу Мюлик. Вроде за них же, да? где Даняша, собственно говоря. Если не ошибаюсь, на Кубке основное место забирал именно он. На турнире. Сейчас я даже зайду в таблицу, чтобы не перепутать. Если мне память не изменяет, эти команды еще не играли на этом. На этой притязунке. Это, конечно, нужно уточнить. Так, Тони Тимс. Посмотрим. Уак. Нет, все правильно. Она ведь, за них есть. Это отлично. И они, получается, уже играли игру на этом турнире. Значит, новички в этом деле. Лемонс, да, Лемонс. Для Лемонса это первая игра в сезонке. Лак уже играл с командой Лаймерс, если не ошибаюсь. Где они в серии сделали 1-1. Лемонс у нас тоже пришел. Как оперативно сегодня. Из таких сюрпризов мы видим только замену Атаря. Конечно, на Намида я понимаю, мы сейчас ждем только кого-то из администрации, чтобы контролировать ход матча. Так, погнали, чуть уже. Привет, лорд. И привет, Пятанре. Пи ну, лорд, ты знаешь, что делать, я думаю. Время тратить баллы. Привет, колпеза Вот и Ника подошел. Походу он будет отменить. Что? Это у нас партизонка. Что? О чем? Что? Я что-то не вижу или что? все поставлен. Хотя не... почему-то мне не кажется, что это мы увидим в этом, в этом матче. А, типа это вы на этом? Или что? Ну, вот, все правильно. Молодец, лорд, молодец. Можете отдавать свои баллы. О, готовы, ждем Лимонс. И Лемонс готовы. Ура, без затяжек. Первый матч серии начинается прямо сейчас. Ч ⁇ такое Пет? Мои ставки, ну, учитывая, что на этом турнире мы могли видеть только игру коллектива ОАК. Мне трудно что-то говорить, но на бумаге Лемон сильнее даже с офсайдами. Тем временем Панда в проходе под левый будет бить. Нет, это пас, но взад Фоксовичу и шайбу у Мюлька. Ищет, ищет возможность, проходит Фоксович. Получается пас на реверсе, должен сейчас пробивать справа, наверное. Угол не самый лучший, но это не мешает реверсе открыть счет в этом матче. Ну, сильный по центру. Чуть поднял. И это 1-0. Снова атака от Рерси. Пытается ублокировать Фарсович и выбивает, к сожалению, к чужим. Спасибо, что подсказал. Это правильно. Сейчас поменяем. Так. Здесь у нас должен быть лак. И Леммонс. Nice. Вот так вот, да? Снова такая рака На этот раз... После отскока все-таки доходит шайба до мылика Будет под левую. Удар. И то ли панда коснулся, то ли слетела просто шайба у Мюлика. Но все еще у нас есть шайба... Нет, слава богу, не дали тут через две клюшки поскочить и на реверсе, и начинает свою контратаку красные. Фоксович заходит в зону, пас на панду, ладно. Э, Эндогейс, передача на панду, неточная, в реверсе отбирает, уходит под правую, будет удар, Фриканул первым, пробил штангу. 3 в 2 тут намечается. Хоу задом блестяще. Сейчас блокирует передачу от панды. Аннамет, наконец-то в игре. И первая неточная у него передача. Хоу от борта, от... ой, панда от борта обыгрывает Холла И оставляет шабу для красных. Тайгер на холл. Хула протонирует, не точно. Фоксович не дает ему уйти в отрыв. Мюлик, 2-2, теряет шайбу. Снова Фоксовича на панду. Передача не точная, блокируется Мюликом. Шанс для Мюликова из правого ударить. Будет бить, низом, не точно. Ой, а как так-то? Тайгер не смог вынести. Нет, тут Фоксович справляется. Исправляет за тайгером и начинает свою атаку. Аксуич эндогейс. Аксуич обходит мюлика. Передачи не проходит. Теперь минус 12 зрителей. Всех приветствую. Панда. Удары издали. Не точно. Тут вынес. Мне кажется, она ведь не всем хотим мюлику дать, но... Шайба у него, и это атака. Залетает в зону. Под правую удар справляется Тагер. Сейф хороший. И это контратака. 2 в 1. Фоксович прекрасно вырезал на панду. Будет под правую удар. А, вышел обратно дать? Ну точно, но тут Ревиси нагнал. И как будто стоило панде самому взять на себя роль бьющего сейчас. И это все приводит к выходу один в один в Мюлику, острый угол и пробивает то ли в клюшку, то ли в штангу ближнюю. нижнюю. Да. А намет. Вынужденный вынос. Ой, какой обидный сейчас отскок на Мюлика. Но нет, тут Тайгер смог нетаризовать такую внезапную опасность. Сноуэнс Аннамиде да. Проходит эта передача на Энду Гейз, сейчас будет 2 в 1 с холлом, решать Пас в центр на паунду, точный удар, гол, 1-1 Расстрелял сейчас Аннамиде И момент свой нашли. Ничего не Выражать она тем, что я его использую, а не ему или что? Как по мне, типа, и так, и так можно. Ну ладно. Эндогейс uh, точно опять точно панду, как красиво. Будет ли на фоксой, что будет. Ну, ну, ищет, ищет, ищет момент. Я оставляю для себя. Под правую панда, 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 панда. Мимо. Понизу и мимо. Если по-английски, там вообще малик. Ну, а так, типа, ой, я слышал и такой такой вариацию, и мельк, и Не думаю, что сам игрок как-то возмущается по этому поводу. С за нападающий Муака. Идет сам, передача на Эверсе. Тагер не выходит. Эверсе шайбой, передача обратно в центр не доходит. Поксович не смог выйти с шайбы. Мелико нагнал. От борта. Куча мала. И шайба откатывается к ховлу. Передача на Мелико. Отличный пас на реверсе. Один в один. И это гол. Дубль от реверсии. И 2-1 счет. Очень классная передача. И просто по центру опять пробил. Ну, главное, что забил. Это главное. Э, Холл на реверсе В этот раз дремник не получился. Панден, Панда ищет атаки Ушел сам левую. Тут уже вторым защитником блокирует его. Какая почти что идеальная сейчас вынос передачи от Холла. Но это атака для красных. Фью, нет, атака для синих, извиняюсь. Что я смотрю, на секунду от взгляд, и тут в переверсе шайба и... Ну... С такого угла, типа, ну, очень хорошо пробил. В дальнюю девятку. Тайгеру тяжеловато было что-то сделать тут. И это 3-1. Это что, получается скам на баллы? Или что? Похоже. Ладно, ховал. личный момент бьет мимо. Мелик, Дарта. Потому что непонятно, сейчас шайба по итогу будет. Двое синих и двое красных, и нет, выкатывается панда. Это, ну, два в один, но, похоже, панда будет сам здесь что-то делать и нагоняет его мюлик. Как-то, по итогу, дали шанс для панды, тот блокирует. Опасность миновала. Отыграется Лимон Хорош, что вот. Я и нет точной передачи, не симпония друг друга. Шайбу Ваксовича. Продлевает на Эду. Пас на панду. Его блокирует. Мюлик на холл Один в один. Тут уже панда подъезжает. Штанга. Мюлик набивание. Читает Фоксу отклад на правую. Но все еще шайбы. Нет. Окончательно он теряет ее. Ксович. Оставляет реверси. И обратно играет. Игрок Оак. Обратно от нами, да, не неточная. Я в сайт Warning. Наконец-то первый мы видим в этой игре. Хотя бы. Так, да, Герна Фоксовича. Отлично, в воздухе так оставил на панду. Панда ищет Эндрю. Передача... П -п Пу -пу То ли Эндрю неправильно двинулся, то ли передача не совсем точная. Непонятно. Панда. Шайбой. Под правую. С угла и пробивает. А вида 2-3. Отставание уменьшается. Что тут у нас? Ну, как будто открыла на угол. Но в любом случае, удар с такого угла крутой. Пол... Ну, полторы говоря, минуты второго периода остается. И, честно говоря, непонятно. Ой, Эндер привез на ровном месте, как будто Эверси нет, нет. Больше опасности из этого момента не будет. Так вот о чем я? Как будто не видно тут кого-то фаворита. Атаки у обеих обе команд есть. Проходы тоже. Тут прекрасный блок от С импульта, то ли от Мелика туда от Холла. И 2 в 1. Не спотыкается на эту гейси. как так? Я что-то я на чат заглянулся, не понял, как тут Мелик вообще. Вот шайбу? Непонятно. Учитывая, что он был изначально в зоне, то ли по ходу от красного прилетела шайба, раз нет офсайда. Это 4-2. Да, да, да. -да. Это... Потому что, если будь это от синего, это ин инста офсайд был бы. А так, по ходу, красный. Не... Не... Специально выбил свою зону. Максович под правую. Пробивает. Голевая у нас игра. Это стоит отметить. Тут классно ушел от Эверс и забил гол. 3-4. Тагер на шайбе. Ищет кого-то. Дать пас. Находит панду. Антон на развороте отдает на Эндрю, пас на Фоксовича. Будет ли он первый? Будет. Можно в касание. То, что она вышел, но решает пас дать. Тут, ой, ой, ой на выносе как... Ть, вроде пробил в к... чужую к... 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 клюшку, а попал по итогу по смюликам. И тут тайгер спасает, надо отметить. И снова подбор синий и штанга, что ли, спасает. И... 3-4 заканчивается второй период. Игра равная по моментам как минимум. Могут делать я и все модераторы. Мне лень, так как я стримлю. А модератор у нас лорд, моторик. И, по-моему, я не уверен. Вроде у Слендера есть второй. Но моторик лорд точно. Да. И ну, или касается я красиво. Ушли от Фоксовича, а тут от борта. По итогу проходит Ревеси, но сначала как будто панда читал это. Скорее, люди, которые как минимум немножко доверяют. Пет, а то боюсь, ты бы у нас зажег, так сказать, этими опросами. А нами шайбой. Находит Мюлика, от борта отскакивает шайбу, но достаточно точно для приема. А тут Ваксович офсайд. Какая жалость. Лемонс анамет. Вот, конечно, офсайд проходит у нас. Она будет бить. Нет, он опять дает такой отборта борта да, пас. И теперь офсайд уже в синюю сторону. Предполагаемым. Угу. Сломался темгис немножко. Прямо на телефоне это плохо видно. Потому что на компе лучше. А... Реверсия шайбой. Выносит в борьбе. тагер чуть-чуть сейчас не скосил. Немного. Панда на Эндрю. Яй-яй, не цепляется за это. Она, на ховала, ховел, как будто на реверсе, но не точно немного. Подуспокоились, под что ли, команды с точки зрения моментов. Ищут, ищут. Только отставание в одну шайбу. Это счет скользкий. Панда, панда, панда. Мюлика прошел. Ревер. Мелюк шайбой. Под правую. Будет перекидывать. Гол. Ага. Ну, Т5. Забавный немного момент, стоит отметить. Некая сигма, я просто посмотрел камеру. Пас классный на панду, но... касание не пробивала и не в штангу угодил игрок Лиманс. Тут... выбивает уже просто реверсия шайбу. И Тайгер находит панду. 3 в 2 атака. Высокий навес. Доходит до Фоксовича. Прекрасный пас. И, и спасает а нами. Но 2 минуты все еще. Время нужно хватить. И тут просто один мюлик должен принимать это. И против Тайгера... Как будто все. Пожалуйста, Дерс, Пожалуйста. Как будто... Добивающий. Гол. Забивает Мюлик. 6-3. Две минуты. Панда. ищет Кому дать пас или само пройти. Под левую. Продолжение на Эндрю. С очень будет сейчас придумать. Неплохо скинул. Фоксович ищет центр, находит Панду, будет бить. Нет, он прокидывает прекрасно на Эндрю и да, сейв или он просто перекладину угодил. Мне кажется, все-таки вратарь коснулся шайбы, из-за этого она да перекладину угодила. И это куда атака снег была, но заканчивается довольно быстро. Красная на шайбе Эндрю. Продолжение на Фоксовича, опять точно, что -то отметить. Тут уже тяжело было, стоя, обводить холла Тайгер. Не точно. Мимо двоих пролетает Шайба. мет на холла Хоула на Мюлика. Пандо пускает его. Будет сам или на реверсе? Передача на реверсе... Нет, как-то... назад полетела. В любом случае шайба у синих все еще. Мюлик на ховла. Тут уже просто на вынос играет. Сайт 2 Вынос от тайгера. Неточные полминуты. Увидим ли мы гол за эти 20 уже секунд. Она Мюлика. Обходит Эндрю. Это 2-3 в 1 вообще. Но там на дриблинге опустил шайбу. Реально колпец получается все понял. Кто выигрывает. И голоснул правильно. Если не ошибаюсь, у нас все-таки. Да, исход лаг по за это голосование всего 33% с 400 баллами, а 810 баллов уходит в небытие. 6-3 завершается первая игра. Хоть счет по итогу можно кому-то сказать, что разгромный, но... Ну, прости, Вайбер, я их забыл. прости. Ну, можешь ты в чате писать Виви Вика до головы. Не надо. Что у нас по замену? Люкс уходит вместо... Вместо кого он вышел? А вместо кого Люкс ушел? Я не помню. Ема, команда. Я комар летает, не попал. Сори за звук, по-моему, это было очень громко. Ревис шайбы на холла и тут вариант очень неплохой для удара. По низу прошивает тагера. Один, <laughs> um, быстрый гол, быстрый гол. <suss> Ставил одного холла, подъехал и пробил по низу я сбился. Я, как по-моему, о чем-то говорил. Еще вообще до всего этого. Ну ладно, забыли. Аксович проходит. Ищет, наверное, сейчас панда будет выдавать. Нет, еще за воротами катается. И попытался вырезать центр, но передачи не доходит. Ладно, давайте комментировать игру. Одна Едет, едет, находит ховла, Ховл на реверсе. А, до меня дошло. Эндрю заменили, кстати, на люксы. Э, люкс на панду. На нами должен быть первым. Отдает. Не отдает. Пока держит шайбу. На мюлика точная передача. Тут центр блокирует. Клюкс. Вполне возможно, опять что то у тебя вверх нет. Ты, возможно, все. Либо <салит> на первой ставке вы. <салит> Бывает. А, Реверс на холла. Холл на Мюлика. Тут уже тагер должен уходить. баганая на шайба. Что приводит к выносу на чужую штрафную. О, волна все еще ищет. Снова не доходит до Тайгера. Вынос на факсовича, То, что он... Борьба и... Кого шайба достанется? Достанется Мюлику. Будет по центр его блокирует Люкс. И сайт Ворнинг получает Уаки то длится, в принципе, недолго. Панда под левую сейчас будет пробивать. Не совет защитник, но совет ватар. И 1-0 остается. 0-1 остается. На табло. Ховел ищет мюлика, Опять такая быстрая попытка на очень сильную точность. Но как раз к этой точности пока не хватает. И снова шайба уходит до тагера. Офсайт! Офсайт! Мы наконец-то увидели офсайт в этой игре. Ну, чё то лур, ты Походу, ты. что то ну... Ну, ладно. Вот, видишь, человек пишет F5. Ну, ладно. Нажать нужно. Э -э, реверси. Энборта пытается обыграть Нюкса на подборе Панда. 2-2. А, -а, а, ну, справедливо, справедливо. Панда под правый раз. Прочитал его передачу Ховел. Она ведь шайбы и не понял, что друг друга, но... Опасности к это не привело. Э -э, Ховел. Пропускает шайбу. Ясно. Ну, логично, логично. А, ну, да. Посмотрим. Реверсия шайбы. А, на Мюлька он хотел. И верхний блокирует Фоксовичи. Закатывает. Первая закончилась победой Ака за счетом 6-3. Фоксович. Уходит под правую. Ой, как отпустили его. И острый угол немножко, но это не мешает Фоксовичу сделать дубль и вывести свою команду вперед. Флакон с какой-то душ у нас. Интересно, что за человечек. Люкс на Фоксовича. Фоксович обратно. Не точно немного. И шайба будет у реверсии на будет, мне кажется, сейчас вырисовывать. Нет, пока придержал шайбу, и тут через трей хотел прокинуть. Нужно было либо выше, либо сильнее. В любом случае, шайба, хотел сказать, остается у синих, но тут будет вынос вынужденный. Впрочем, который становится точным. Реверси, по-моему, у него убивает шайбу. О, и доходит она до ховла. Снова верхнюю блокирует факсович Люкс. Попытался обвести, сейчас не получилось. Наверное, затея. Реверс шайбы ищет кого-то или сам пойдет. Передача в центр. Сейчас на добивании Ховел. Мне вот интересно, уж можно было что-то сделать. Нет. Предательски далеко от Ватриана. Настопалась и Ховел добивает ее, сравнивая этим самым счетом. Панда хотел касание на Фоксовича, но шайба все еще у него. Нет, не у него. Ховел приводит для панды момент. Панда разбирается. С Аннабидом до конца уже. Дотерпел. И снова преимущество за Лимонс по счету. Люкс. Например, охватывает перехватывает. Что тут придумает? Просто пас центр. Панда на подборе. От борта, шайба реверсе. Ну и заканчивается первый период. Мне кажется, еще результативно, чем первый. И в первой игре было. Там у нас 4-3 только к концу второй игры было. Ой, второй периода было. А сейчас уже по итогу первого начинается второй период выигрышем Брасывание от мюлика набит мне кажется все таки на Мюльк хотел, но в любом случае шайба доходит до своего на хову касание на мюлика, красота пока идет атака в плане пасов мюлик доходит до удара блокирует последний момент кто-то из красных А нами нас полетел. А зачем полетел-то? <laughs> Ладно. К опасному это не привело. Мюль как оставил, но Ревис чуть чутка залез в сайт. но 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 найт но 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 Начнем с того, что автомат блокирует конкретно мат и запретки. Ничего другого он не блокирует. Извини, но это ничего, чё <laughs> А тем временем у нас реверсия настоящего фокс... панду обводит и забивает. Сравнивает счет. Хоул пытается найти Мюлика пасом, находит пока что Люкса только. Проход от него не увенчается успехом. Реверсия на шайбу первой. первый. А, реверсия на Хоула 2 в 2. Быстро на Мюлика проходит панду, и тут уже Фоксович пытается блокировать, и скидывает как бы на холла, но немного не точно получилось, и это атака для красных, 2 в 1. Фоксович панда, Фоксович панда, панда идет в соло, перед ним только реверсия. Реверсия проходит, и в нижний дальний. Пробивает панда. На нами верхний пытался блок на реакции. И это 4-3. Пока не дают, не дают. Лемондзе. Э -э повести еще Тиаку. Но игра очень интересная, это стоит отметить. Мюлька сейчас проходит под левую. Мимо, как будто стукается шайба, по-моему. Э -э стукается к штангу, по-моему. И момент не реализуется. А так, да, матч очень интересный, по моментам просто равенство. Атака одних, атака других. Крайне интересный матч, хоть и по сезонка. Фоксович тянет на себе и по правую. Прекрасный соло-гол от Фоксовича. Тут на корпусе убрал Мюлика, ховла перекладом и в открытый угол пробила на меду. 5-3. А намет снова такой резкий. Главное, что точный пас. Ку, Крис, my first prime follower. Welcome to the stream. Россия в центр как вырезал. Ай, как не попал мюлик. Обидно, наверное, ему сейчас. И весь как будто максимум смог выжить с того момента. Тут атака один в один. Люкс или ховл. Какой немецкий. Опять, не кринжи, пожалуйста. Тут в соло-проходе Хокс пытался еще и мюлика, а тут уже офсайт-ворнинг. Так что это потенциально 3 в 1. Захлебнулось, как будто даже не начавшись. А, Хоу на шабе Уходит под левую. Тоже начинает пасик вырезать. Что он и делает. Доходит до мюлика. цепляется, Тут опасненько немного. Как будто немножко поторопился Люкс. Шайба улетает на виду. Рядочная мюлика, такая немного баганая, если не ошибаюсь, как шайба и куча мала в центре, это приводит к тому, что шайба достается холлу. Быстрая паста мюлика сможет зацепиться, нет. Единственное, что стоит отметить, мне кажется, все-таки по владению даже в обеих встречах сейчас как будто немного повыше в процентах. Ой, сейчас немного не понял. Другая версия Мюлика. Это контратака для красных. Люкс. Фокс очень классный блок. И стоя уже Хувал отбирает шайбу. Панда. Уходит от Мюлика. Пас на Люкса. Немного сзади. Из-за чего коснулся он ребром клюшки. Тайгер должен... Нет, версия шайбы. Немного неожиданно для меня. Но в любом случае Фоксович забирает шайбу и начинает свою атаку. Спотыкается на первом уже здесь. Кто будет первый? Реверсия. Хватает скорости в центр. Наверное, давать нужно. Прекрасный пас и... Мюлик. Мюлик, мюлик, мюлик. Находится в первый гол, удивление, в этом матче. Ковал пресекает эту передачу и отдает Люкс. Как опасно сейчас будет. Панда не все нормально. Сайт протяжал. Люкс под правую. В, прям в штангу, знаешь, такую в смятку. Вбивает эту шайбу. И снова преимущество две шайбы. Кто вообще пользуется на классник мой лорд? Я... Хочешь, я там... У меня даже аккаунта там никогда не было. На классниках. и 6 заканчивается второй период. А, ну, ну ты написал одно клы, друзья, кинулся. Типа я подумал. ВК. Если ты имеешь в виду, что одни то принимай. Вообще не без проблем. Нет, нет, нет. вряд ли они. Типа тебе будут сейчас написывать. О, это ты тот самый лорд, который играет Рафус Барбекю. Там камон. Так, Гершайбы. Пас на люксы. Стоит два атака, обходит, не обходит Мюлика. Продвигается шайба Мюлик. Что будет делать? Это пас центр блокируется люксом. Ну ага, панда и Фокс будет что-то придумывать сейчас. Надо решил в соло идти. Как будто хотел немножко оставить Фоксовичу. И Эверси нагоняет. Встречи Панда находится в момент. Сейчас под левую. Как будто немножко зря решил сейчас выбирать под правую. В любом случае момент находится. Фоксович тут Анамец спасает. Какой вырос сейчас холст, это отметить, это шанс для Хмелика, но как будто затянул немного, и какой-то немного невозможный, как будто угол решил сделать себе с левого фланга, и атака захлебнулась. 2 один 1, Панда Люкс. Панда на Люкса, прекрасный блок от Ховла. Это... Все еще не мог Могу запомнить, то ли это подписка, то ли это да Что там, бабки? А чё я не вижу? Ладно. Сой, я не знаю, что не я не вижу Донат, если доната я помню подписка, но ну, не важно. <свечес> а, Меньк, шайбой. У нас тут решающие минуты матча. Давайте ну, комментируем. Да, кебабки. По-моему, это подписка вообще. Ховел в штангу угождает, добивание реверсии мимо, жалко. Я говорю, то есть это питанты меня смутил. Я ж помню, что это звук вообще-то подписки. А... Две с половиной минуты у Ака, чтобы отыграться. Намет, пас на Мюлика. Тут мой пас не самый лучший, ну и прием. Можно, наверное, было получше. Люкс шайбы. Фоксович. Вынос обратно красным. Да боже, я просто на подлокотнике положу руки. не кринжи. Ладно, не вы. Люкс шайбой. Начинает атаку. На вес удар на Намит. Да, и тут ай-яй-яй. -ай -ай. Фух, спасает в последний момент Анамит. Паду уже летел. Мне кажется, в глазах у него видел гол. Не нафиг, словно. Мюлик. Обратно на Ховла. В центр. Блокируется Фарсовичем. На обед. На Ховла. ай яй Спану О, на реверсе это нужно забивать. Да, лака, если они хотят вернуться в игру. Гол, дуба эта реверсия. Это 6-5. Интрига жива, интрига жива, господа. Суть шайбы Назад уже играет. Люкс на Фоксовича. Фоксович на панду. Очень круто оставил. Нам это же не выезжать. И правильно холл тут блокирует. Потенциальную опасность от панды. И, к сожалению, пос... Какой срезка от Люкса! Это шанс для мулька, Нужно решать! Гол! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Какая обидная! Пропущенная шайба от Лемадзе. Казалось, все, неточный пас от Ховла, а тут ай-яй-яй, срез Люкса. Да, и 40 секунд остается в этом матче. Эверси, пожалуй, соло проход, пока не дает ему далеко зайти. Паксович начинает атаку. Пытался отбор сыграть, но Ховл блокирует. Стоит отметить, что Ховл в обороне сегодня прилично уже защищался. Много опасностей для Аннабида Он устранил Ховел сейчас будет авс... Ладно Уж... Скорее всего, просто он не, в... не дал в шайбе выйти Я не знаю Anyway Да ты задолбал! Это просто... Иди нафиг, Фед, короче И это первые овертаймы на этом турнире Я напомню в формат у нас, что овертаймы играются. Обычные, как и на рангене. Громкого болельщика у нас в чате замутили на сервере. Это первые овертаймы. Тут бага накатается шайба. Приходит к и снова теряет шайбу. И обратно возвращает в нем случае. Решит проверить. Верхом Тайгера и залетает. Залетает. И это именно таким образом. Уаки выгрызают 2-0 в серии. Ну, удар сумасшедший. Прям под девятку. И рекламе залетает. И в этот раз деньжище больше человек залетало. 86% и 2,6 тысяч баллов. У победителей 430 баллов и 14% уходит в утиль. Что ж. Что можно сказать? А вот не знаю, что можно сказать. Ставки. Поздравляю тех, кого ставка залетели. Это 2-0 атака. В принципе, как мы и говорили, на бумаге казалось, что Лемон сильнее, но тут, похоже, офсайды, что ли, зарешали. И это победа Таака. Спасибо, что пришел Крисп. По факту, все стримы, все что выкладывается на мой YouTube канал. Ник вот такой. Ну, это правильный спам, слендер. Это что? Это нас чувачек премию хочет. От нанатиков. Ладно, шучу. Какие деньги, ничего. Ну и все. Рад всем, что кто пришел. Спасибо, кто подписывался. Я потом чекну, был ли донат или нет. По звуку вроде это просто подписки две были. Всем спасибо. С вами был Дон.